На боевых позициях Энской воинской части были проведены проверки. Были проверены проведенные инженерные работы, физическое и морально-психологическое состояние военнослужащих, бытовые условия. Были даны инструкции по дальнейшей организации службы. В воинских частях Энского соединения осуществлена смена боевого дежурства. Были проведены строевые смотры отбывающего на боевое дежурство личного состава. Старшим позициям были даны поручения по организации службы на опорных пунктах и соблюдению правил безопасности. 9 декабря в Санкт-Петербурге на Аллее Героев Московского парка Победы прошла официальная церемония торжественного открытия памятника бюста военному летчику, дважды Герою Советского Союза Нельсону Георгиевичу Степаняну.